Всем привет, с вами нейл-стилист Аня, и в этом видео я вам покажу обзор на термогель-лаки от торговой марки Naomi. Термогель-лаки – это хит холодных сезонов, поскольку они меняют цвет в зависимости от температуры. Гель-лаки выпускаются в баночке по 6 мл, сделаны они в США и не содержат вредных веществ. Гель-лаки полимеризуются в любых лампах, в LED-лампе 30 секунд и 2 минуты в UV-лампе. Удобный есть также маркер на крышечке, который показывает, какой цвет в тепле и какой цвет в холоде. Кисточка очень удобная, хорошо раскрывается, и она стандартная для гель-лаков Naomi, она плоская. Гель-лаки действительно достойного качества, и вот этот термоэффект, он отображается очень хорошо. И теперь я покажу все цвета на палитре. Гель-лаки достаточно пигментированы, поэтому хорошо носятся в два слоя. Ну и если подытожить, то эти гель-лаки очень хорошего качества, они порадуют ваших клиентах, также вас. Консистенция этих гель-лаков может меняться в зависимости от цвета, но в среднем она достаточно плотная и эти гель-лаки не растекаются. Пигментация у гель-лаков достаточно хорошая и они отлично носятся в два слоя. Снимаются эти гель-лаки беспроблемно либо фрезой, либо при помощи замачивания. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментарии. И всех пока-пока!